Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о томатах и требованиях, какие мы выставляем к томатам, к сортам томатов, которые будут выращиваться в защищенном грунте или в закрытых пленочных теплицах. Итак, что же вы должны помнить, покупая томаты, семена томатов? Первое. То, что томаты эти должны быть очень устойчивые ко всем вирусным заболеваниям. Требования к ним предъявляем гораздо выше, чем к томатам, которые выращиваются в открытом грунте. Дело в том, что томаты, которые выращиваются в закрытых теплицах и в других пленочных укрытиях, должны обладать скороспелостью, высокопродуктивностью и быть устойчивым ко всем в основном заболеваниям, так как высокая влажность воздуха в теплице, резкие перепады температуры между дневными и ночными, так как мы сажаем закрытые теплицы в ранние сроки, поэтому томаты должны быть очень устойчивы к этим перепадам. Высокая влажность воздуха, как я уже сказала, способствует тому, что возникает масса грибковых и вирусных заболеваний. Поэтому вот на это нужно обратить, когда вы покупаете семена. Итак, сорта томатов, которые мы сажаем на утепленном грунте, в парниках, необогреваемых пленочных теплицах. Для этого мы берем томаты скороспелые, дружные, отдающие урожай. Это супердетерминантные и детерминантные сорта гибридов. Это Семка Симбат, Ля-Ля Фа, Биатлон, Дружок и Леопольд. Это вот основные. Сорта томатов для пленочных необогреваемых теплиц или теплиц с аварийным обогревом. Можно выращивать гибриды детерминантных сортов. Верлиока, Благовест, Гармония и Портленд. Мастер Лежабок, Картуш. Или же полудетерминантные сорта. Кострома, Маргарита, Доцент, Гамаюн и Лайма. И индетерминантные сорта. Фараон, Фаталист, Шагане и Евпатор. Ну и другие какие-то сорта, на которых написано будет, что они индетерминантные. Для зимних остекленных теплиц лучше рекомендовать сорта томатов индетерминантных и полудетерминантных сортов. И у них очень легко формировать стебель, и они дают достаточно хороший урожай и очень дружно. Поэтому сорта томатов записывайте. В следующем ролике я расскажу вам, как правильно выращивать томаты в защищенном грунте, когда сажать на рассаду. Оставайтесь с нами, следите за нашими новостями. Всем хорошего настроения, пока!